Всем большой-большой привет! Это Тип-Топ ТВ, я Марина, вы снова со мной, а я с вами. Сейчас мы с вами распакуем вот эти три посылки с Алиэкспресс. Заказывала я здесь фильтры для воды. Возможно, эта информация будет вам полезна. Как дело обстоит с водой, все мы с вами знаем, что питьевую воду с трудом можно пить из-под крана, и то только, естественно, после кипячения. Есть и плюсы, и минусы в бутилированной воде, но лучше, конечно, самим очищать воду. В общем, увидела я недорогие, в принципе, есть фильтры. Alkaline, вот система водной фильтрации, это кувшин. У меня он белого цвета. Сейчас посмотрим, вообще не разбился ли по дороге, потому что в отзывах многие публикуют фотографии, где пластик вот этот прозрачный треснутый. И, кстати говоря, вот у меня тоже что-то тут уже скол. А, вот, все, поняла. Вот, видите, носик. Очень жаль. Вот, сколот носик. Видимо, при транспортировке. А вот здесь и видно, вот, видите, коробка. Вот. В комплекте идет один картридж, но здесь уже внутри, посмотрите, упаковано хорошо, и ручка защищена, и пупырчатая пленка. Что еще я заметила, это прорезиненные ножки, по всей видимости, да, вот здесь силиконовые такие полосочки, то есть кувшин не скользит, вот на столе, очень устойчивый, большой объем, по-моему, да, 3,5 литра объем, и вот здесь крышечка носика, просто на защелках. Вот так она будет закрывать. В принципе, не видно здесь будет скола. Но жалко, очень жалко. Кувшин хороший, вместительный. Датчик. Вот такой указатель будет, когда нужно будет сменить картридж на новый. Картридж многоступенчатый. Он рассчитан на прогонку 400 литров воды. Максимум 60 дней работы или 400 литров воды он может прогнать вот этот фильтр, и потом нужно будет менять на другой. Фильтр устанавливается вот так просто, вот сюда. И здесь нужно не забыть снять, оказывается, есть заглушка. А отсчет идет вот здесь, когда вы открываете и наливаете воду. Вот здесь идет отсчет. И в зависимости от этого уже датчик покажет, я так понимаю, что пришло время сменить фильтр. И вот можно посмотреть, первая порция воды вот такая темная. Вначале фильтр нужно вот таким образом промыть. Все-таки он угольный. Я вылила эту первую воду, теперь уже пошла прозрачная. Угольный фильтр, вот. Затем идет слой из нетканого волокна. Затем идут минеральные шарики. И ионно-обменные смолы. И, естественно, у этого же продавца можно заказывать картриджи. Вот второй еще такой фильтр. Этот фильтр уже поинтереснее. Фильтр на кран. У него тоже есть сменный картридж. И картридж, кстати говоря, я сразу же заказала, чтобы был рассчитан на 2000 литров уже. То есть проходимость у него такая будет. И, в принципе, здесь есть кран. Можно перекрывать фильтр и не пользоваться, когда вы, допустим, моете посуду или еще для чего-то вам вода нужна. А если вы набираете воду, допустим, в чайник или для готовки в кастрюлю, то тогда вот переключать этот краник, и тогда пойдет у вас из крана фильтрованная вода. Здесь уже, посмотрите, какая упаковка. Да, и здесь есть переходники. Вот сколько много и хомут есть, и прокладки. В общем, очень тут все капитально. Основная деталь.
это насадка на кран. И вот он сам фильтр. Вот в таком корпусе. Да, здесь нужно снять будет вот эту защитную оболочку. Давайте сразу снимем. Сетка от механических всевозможных загрязнений. Сам картридж керамический, что ли. Он такой. Вот. И вот сюда уже буду прикручивать. Да, здесь есть, смотрите, фум-лента. И давайте посмотрим состояние. Вот, видите, сколько там, даже песок, вот, рыжее все. То есть вот такая вода идет из крана. Вроде бы чистая, но в то же время видите, какое состояние вот этого просто механической сетки, вот этой вот от механических частиц. Вот, даже что-то там такое. Осталось только подобрать сюда переходник. И прикрутить уже сам фильтр. Может, вот это? О, вот, все. Ух, я уже испугалась, думаю, сейчас не подойдет ни один переходник, и что я буду делать, интересно. Вот сюда. Вот для чего идут ключики, я догадалась. Вот, он вставляется туда, в пазы, и вот теперь можем закручивать, как отверткой. Уже можно вручную закручивать. Вот, вот и все, нет никакой проблемы в установке, во всем можно разобраться. Паз закрываем. И вот таким образом. Раз. Все, защелкнули. Так, вот это вот пропускает гайка воду. Зелененькая. Поэтому фум-лента пригодится. Буду переделывать. И вот через фильтр идет. Вот вода. Тоже, кстати говоря, прошла в начале черного цвета. Потому что угольный фильтр внутри тоже присутствует. А сейчас пошла прозрачная. Это гидроизоляция. Так, и я надеюсь, что я это делаю правильно. Видела, как делают это все сантехники, мужчины. Вот, просто наматывают. Отрывают. И сейчас мы посмотрим, будет ли брызгаться этот кран. Вот уже с фум-лентой или нет. Мне пишут подписчицы некоторые. Почему вы сами собираете стол, у вас что нет мужчины? Почему у вас как минимум есть сын? Почему он вам не помогает? Да почему то, да почему все? Ну, милые мои, ну если мне нравится собирать мебель, я, например, всю кухонную мебель собрала, икеевскую, столы, шкафы. Мне это просто в удовольствие. Когда есть возможность, помогает сын. Когда нет возможности, я могу и сама собрать, тем более я для вас снимаю видео, мне это и приятно делать, и другие женщины посмотрят, допустим, у кого нет возможности пригласить мужчину, или у кого нет мужей. Ну, не у всех есть мужья, не у всех есть помощники, или у них нет времени, или некоторые мужчины, вы знаете, что даже не умеют сверлить, например, не умеют забивать гвозди, не умеют собирать мебель, ничего тут такого страшного нет, зато что-то другое они умеют, в другом в чем-то специалисты. А мы наоборот, женщины, допустим, что-то умеем делать, то, чего они не умеют. Тут уже, как говорится, каждый решает сам для себя. Если мне нравится собирать мебель, ну, позвольте мне собрать этот стол, этот стеллаж, ничего там страшного нет. Вот, какая разница, кто выполняет работу, если все получается. И я думаю, это пример для многих женщин, девушек, что можно все сделать и своими руками. Это не так сложно. Вот, видите, как хорошо. Хороший напор. Самое главное, что можно переключать прямо в процессе. Хотите, набираете чистую воду. Не нужна вам чистая вода, переключайте краник. Тут же пользуйтесь обычной водопроводной. То есть вот этот фильтр мне даже больше понравился. Он более универсальный, более простой. Не надо ждать, когда, например, как в кувшине отфильтруется вода. Сразу же можно набирать в чайник
и все, и кипятить эту воду и использовать. И вот у меня такой есть фильтр, уже запасной, я сразу заказала. Значит, этот фильтр пропускает 2000 литров через себя, потом уже надо менять на новый. Ну, приблизительно можно отсчитать, сколько вы используете воды. Или, допустим, вы же знаете, какой расход у вас за месяц. Вы же платите коммунальные услуги. Там можно отследить, сколько литров у вас воды прошло через вот этот кран. Допустим. Что рекомендую, если будете заказывать фильтр, сразу заказывайте запасной картридж, чтобы потом не ждать. Для чего я не пойму, вот эта наждачная бумага. Ну вот и все, что я вам хотела показать. Не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Я им уже давно пользуюсь. Как только накопится кэшбэк в размере 500 рублей, вы уже можете их снять или на карту перевести, или на телефон, на номер телефона. В общем, очень хороший сервис. Все ссылки и на эти товары, и на кэшбэк-сервис Letyshops, конечно же, оставлю внизу в описании к этому видео, как обычно. Давайте подведем итоги. Мне больше, конечно, понравился тот, который крепится к крану. Потому что можно, во-первых, быстро наполнять чистой водой емкости, чайника или кастрюли. Во-вторых, можно переключать или использовать фильтр, или нет. То есть никаких лишних телодвижений. Один раз установили и все. Потом просто менять картридж. По поводу кувшина. Тоже хорошая вещь. Если вам некуда торопиться, налили и ждете. Вот, в принципе, 1 литр, даже 1,5 очень быстро профильтровались. В общем, каждый уже выбирает для себя, что ему удобнее, чем удобнее пользоваться. Ну а я надеюсь, что это видео было вам интересно, а к тому же еще и полезно, а это самое главное. Желаю вам здоровья и только полезных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной. Ну и еще дополнительный бонус для меня. Оказывается, я неправильно просто надевала вот эту крышку. Видите, теперь уже надпись спереди. Все красиво теперь выглядит.